Частный сектор Симферополя в скором времени рискует утонуть в нечистотах, переполненные выгребные ямы просто некому вывозить. В столице Крыма и окрестностях начались массовые проверки осенизаторских машин, сотрудники ГИБДД останавливают автомобили, задерживают водителей, иногда забирают машины. Проверки начались в минувшую пятницу. Осенизаторы на работу выходить не рискуют. Жители пошли обращаться к госпредприятию «Вода Крыма», но там очередь расписана на месяцы вперед, а за услуги свои оно просит значительно дороже, чем частники, чему уже посвящено множество гневных постов в соцсетях. ЧП в России. Новости в живом формате. Обязательно подпишитесь на нас.